Всех категорически приветствую, с вами снова Никита Блуд. И сегодня у нас второе DLC по Снайперли третьему. Приятного просмотра. Исполните смертельный танец в крупном обновлении Аркейдж. Ослабляйте целые рейды врагов и усиливайте союзников с помощью танцев и других умений. Испытайте силы в битве фракций, которая теперь развернется не только на Золотых Равнинах, но и в руинах Харихаралы. Также в игре началось новое событие. Доживите до конца безумного чаепития, чтобы получить ценные подарки. Приключения ждут. Так как с убийством Гитлера мы с вами справились, мы идем ко второму DLC в тени. Но, скорее всего, Гитлера мы не убили, это был двойник. Но ладно. План убийства Уинстона Черчилля раскрыт. Узнайте больше об убийцах. Погнали. Так, берем измененную. Пиу-пиу. Ветераны. Ветераны. Продолжить. Так, тут у нас все настроено. Погнали. Ну-ка. Разведчикам Северной Африки стало известно о готовящемся покушении на Уинстона Черчилля. Источник неизвестен, но они также упомянули о передислокации войск особого назначения для выполнения этой задачи. Еще одно элитное подразделение? А потом всплыло мое имя. Даже ваш призрак пустыни не сможет их остановить. Это и привело меня обратно в Симу, дважды переходившую из рук в руки после моего последнего визита и снова не успеваю читать, блядь. Я пробую зайти с севера, там больше возможности попасть на город. Окей. Внутри мне сначала придется позаботиться о вражеских коммуникациях, потом же искать ответ на вопросы. Окей. Возможно, воспользуюсь отвлекающим маневром и ликвидирую пару целей. Враги, присутствующие в городе, не должны оставить мне много хлопот. Но я должен хорошо подготовиться. Большая карта, кстати. Да-да, я. Если что, чуваки, меня еще до сих пор не зажило, не зажила десна. Не могу четко разговаривать, но я стараюсь через небольшую боль с вами говорить. Вот. Давайте же узнаем об убийцах Уинстона Черчилля. Я думал, она отскочит, если честно. Бля, одного. Не достает. Вот Велроца типа игломета. Ну, не игломета, а, блядь. Типа гвоздомет. И, видать, не долетает, блин. Сива снова свободна от фрицев. От свободен. Майор Эванс говорит, что в прошлый раз мы их поймали. Их фланги открыты для штурма. У нас 11 дней, чтобы восстановиться. А потом мы займем петлю. Я рад хоть немного передохнуть. Рано радуешься, дружочек. Давай, гори. Бам. Бам. Бля, придется его убить со снайперки так-то. Он слишком мешает. Но. Так или иначе, меня никто не видит. Потому что я их уже ёбнул. Жаль, что не могу здесь вот как-то пройти. Наверное, даже... Да, даже Лиана не поможет мне. Я просто забачу их на выход ко мне. Попробую убить как-то. Не знаю, получится ли. Но сам выходить не буду. Постараюсь, чтобы они сами ко мне вышли сюда. Там...
Блять. Это был не совсем честный выстрел. Он меня начал хуярить до того, как я вообще появился. Это было нечестно. Я понимаю, некоторые переведены, некоторые не переведены, да? Диалоги. Вот, сейчас хорошо получилось. Убили двоих сразу. Жаль одного, но второго... Бля, вот опять мы второго не убиваем. Он будет мешать. Надо как-то там проникнуть. Хоть куда-нибудь. О, да их тут много, слушайте. Бам! Тихо, мужик. Их тут действительно много. Куда стрелять? Поэтому шизику понятно. Бля, по машине куда стрелять-то? Бля. Тихо. Бля, я думал, это как-то отвлечет их. Но, видать, не отвлекло, блядь. Если у меня было больше возможностей, я бы перепрыгнул. И все, а так я не могу ничего сделать, блин. И они сидят, нихуя не делают. Что у меня есть? Бля. Тихо, хорошо. Мяу. Заткнись нахуй. Вот и все. Хотя это не моего, блять. Черчилля. Эх, Черчилль третий. Да, сука. Убить моего Черчилля хотят, блять, хуели. Блин, офигели, ё-моё. Это плохо. Это очень плохо. А вот это хорошо. Короче, надо срочно прятаться, блять. Прям срочно. Надо, чтобы вся эта информейшн обо мне стихла. Я вот так вот присяду, да, короче? Такой, ага. Баллон можно взорвать. Так, хорошо. О! Как же он отошел, вы это видели? Это просто шок. Какой это был... Охуенный выстрел, блядь, да, сука. Officer down. Бам. Бам. Хорошо. Ладно, ну, так или иначе, нужно быть аккуратней. Потому что хрен пойми, где что, где кто. Так. Это все, конечно, хорошо. Но тут надо все тщательно обыскать. Оп, динамит всегда хорошо. Динамит это всегда хорошо. Так, тихо. Аккуратно.
Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. Сердечко. Печень? Ну, я целился в сердце. Ты чел прошел или мегалюны сейчас словились? Саботировать. Это заставит их замолчать. Совершенно верно, Карл. Да не, никого тут нет. Что удивительно. Как бы этот генераторчик-то подъебнуть-то, сука? Вот он здоровый, нахуй. Уебать от него, может, нет. Вот я, блин. Ну, водород что-то как-то хуёво справляется со своей задачей. Ну, всё, ладно, что-то недоигломёт, блядь, сделает. Так, в принципе, логично. Так, можем подняться на место этого высокопоставленного чудика. Собственно, да, сука? Если нам даётся такая возможность. Даётся? Даётся. Обыщем его, собственно. Посмотрим, какая информация у него хранилась. И, возможно, отсюда мы еще можем посмотреть наших врагов. Не, у него ничего нет. Он просто достопочтенный чипс немецкой армии. О, а вот там уже опасненько все. Найти. Найдем. Так, еще одного видим. Только двух вижу. Трех вижу. Ба-бам. Ба-бам. Вот это проблемка. Ну, я думаю, ничего страшного. Сомневаюсь, что хоть кто-то сагрился. Блять, сагрились, кстати. Пиздать, а чел. Бэм. Сам пришел, сам и умер. Бабэ. Готов. Так. Хотя я что-то вот сейчас подзабыл. Было ли DLC с убийством Гитлера? В четвертой части. Надо его убить, потому что он меня заметил. Блять, хуёво дело. Сука. О, это хороший выстрел, прям в пиксель. Окей. Вот этого кента надо. Не вижу его. Блять, вообще не вижу, прикинь. Бэм. Бля, вообще не вижу. А где тип этот? Бля, я чувствую, что мне нужно немножко подсъебнуться отсюда. Хорошо. Сам вышел, сам умер. Блять, они какие-то прям... Сами, блядь, незаметные, пиздец. Блядь, танк. Я вот не пойму. Грузовик уничтожен. Но я думаю, зря ты сделал. Хотя. А вот черт позорный, кстати, спрятался. Это мне он прямо сюда. А, нет, внизу. Внизу, ну, немножко задамажило. Это плохо. Тихо. Это плохо, конечно, да. Но у нас бинты пока, благо, есть. И достаточное количество. Да и вообще у меня дробовик есть. На такой случай. Но то, что они пришли сами, это, конечно, хорошо. Не всякие штуки можно подлутать. Съебался отсюда.
вижу. Блять. Нормально, он так встал. Хорошо. Сразу видно, да, на скеле. Вот это значит уровень. Все, надо, чтобы они потеряли меня. Блядь, да вы заебали, нахуй. Все, я удаляюсь. Я мышь. Оп. Да, че, пока не твоего приказа до... Блядь, это хуйня стреляет. Пока не твоего приказа дождутся, блядь. Они же все от моих выстрелов подохнут. Что, в принципе, сейчас и происходит. Эх, не умеют немецкие командиры отдавать приказы. Вот того петушару нам надо полюбаться, ёбнусь. О, кстати. Вот эта снайперская позиция очень хорошо сейчас нам сыграет. Очень хорошо. Если вы знаете такое слово «очень хорошо», то это прям очень хорошо. Но... Единственная проблема, наверное, то, что там уже никого не осталось. Не, один есть, какой-то кинтофарик. Так. 10 меток максимум, да? Убить. Так, а я ж не вижу нихуя их, правильно? Не вижу, они за какой-то хуйней. Да, только одного кента вижу в живых. Они где-то вот за чем-то. Ну, хоть одного можно ёбнуть. Вот и все. Ну да, больше никого нет. Ну, ничего страшного. А, я забыл, что ХП не восстанавливается, бля. Я прыгаю на похуй. Это я забыл. Очень давно не играл в Снайпер Лид 3, и это был... Снайпер Лид 3 это был один из первых вообще... А, восстанавливается. Это был один вообще из первых стримов. По Снайпер Лид 3, когда я начинал стримить, поэтому... И только через полгода, может, купил DLC-шки на него. И вот сейчас мы с вами вернулись. Появление нового подкрепления без того было странным, но потом их командующий офицер стал распоряжаться и остальными дислоцированными войсками. Мы не знали никого из них по имени, по нескольких отправили почту на грузовиках. Не могу сказать, были они счастливы или напуганы. Да, блядь. Кстати, вот тут снайперская позиция, вижу, да? Вот, возможно, она будет, кстати, полезной. О, вот, кстати, она, возможно, будет супер полезной. Мы сейчас сломаем здесь вот эту вот хренотень. Ой, бля. Вот сейчас нам сыграет на руку эта позиция. Потому что я точно увижу двух этих бичей. И точно им ебальники поразбиваю. А, стоп. Они все в доме? Серьезно? Жара ужасна. Но чертовы москиты, вот кто меня довел. Ты давишь одного... И его место занимает пара других, будто мифический зверь. На прошлой неделе Паоло слег с малярией, и его кричащего в воспаленном бреду увезли. Кажется, неплохой способ бежать отсюда. Хм. Да-да. Да, реально, не видно нихуя. Хотя... Они, блядь, за какой-то ебучей стенкой, их реально не видно. Ты хули сделаешь? Не убить никак, блядь. Не за какой-то хуйней. И все. Эх, вот бы сейчас скилл ассасина, который через стену стреляет. Ух, бля. Ну я уверен, если бы он в этой игре был, я бы ее удалил нахуй. Хи-ха-ха. Так. Два бинтика есть. Опа, погнали.
А потом прям вообще во флисты и к прыжкам. Не знаю. Какой-то он, блядь. Слабый на прыжки. Не знаю. Аптечечка. А я еще типов не убил. Welcome back to Siva, Ghost. Yours, Alpha. Я по-любому всех отъебашу. Потому что я хочу все задания выполнить. Да. Ловушку нам приготовили, конечно. Почетную. Вопросов нет. А, это прям какие-то элитные. Нихуя себе. Хорошо. Обидно будет, если я действительно не убью с этих вот командиров. Это будет печально. Почему я не вижу его? Я не понимаю, блядь, так и знал, что это наверху. Тихо. Зачилим бинтиком. Хотя эти челы-то пропали из моей видимости, поэтому... Возможно... Дело дерьмо. Потому что я-то хочу убить их. А можно как-то загрузить игру перед тем, что случилось? А, последняя захранка у меня была в 16 году. Понял, блядь. Последняя контрольная точка была 100%. Не эта, которая мне нужна. Да, ну ладно. Блин, жаль. Жаль. Ну ладно, я знаю, где долбоеб сидит. Поэтому лови нахуй. Вот и все нахуй. Но не знаю, были ли это командиры. Потому что, к сожалению, до командиров я так и не добрался. А хотелось бы очень. Кстати. Я, конечно, постараюсь всех обыскать. Бля, пикселёк не прокнул. Хорошо. Постараюсь я, конечно. Бам. Бам. Найти челов, которых я не убил. Но это вряд ли уже, когда основная миссия выполнена, сработает. Хотя, кстати, я надеюсь, что эти типы... Ну, в числе этих вот хуесосов, которых я отъебашил прямо сейчас. Сейчас проверим. Бэм. Всех проверим, всех залутаем. Потому что я уверен, что эти шизики рано или поздно кончатся. Но я... Не уверен в том... Не уверен в том, где я их убил. Я что-то потерялся.
Но мне кажется, они бесконечно будут идти сейчас. И доп. Задания мы не выполним, к сожалению. Ну, я думаю, ничего страшного, типа. Не выполним, не выполним. Но хотелось бы, ну ничего поделать. Это просто обычное убийство и все. То есть просто мы убиваем главнокомандующих, как доп. Миссия, и все. Это ни на что не повлияет, так или иначе, но... Для галочки, конечно, можно было бы выполнить. Как я понял, бедолаги меня проебали. Правильно? Страшная музыка кончилась, все дела. Окей. Осталось найти места, где я их убил. То я что-то так реально и не понял, нихуя. Я точно знаю, что тут это был. Полюбасу. Нет? Окей. Бля, я реально запутался. Бля, я реально запутался, парни, прикиньте. Ну, это DLC, кстати, намного быстрее, чем прошлое. Вот могу вам сказать очевидный факт. Просто я что-то помню, внизу стоял и ебашил их сверху. А, вот они. Но, не знаю. Со мне бы показалось, что это командиры сразу же после их убийства. Но, к сожалению, она не покажет, потому что мы основную миссию уже выполнили, то есть это уже не засчитается. Может быть, кто-то типа из них и был элитным, типа, которого должен был ёбнуть. Но их просто-напросто уже не засчитает, так как триггер прошел, скажем так. Триггер прошел. Бэм. Бэм. Блин, чё они доебались до меня? Хорошо. Вот, это также обычные работяги, хотя, возможно, кто-то из них тут был элитным, но я без понятия. Скорее всего, элитным был снайпер, которого я ебанул. Собственно, вот он. Но его опять же не зарегает, я уже говорил, потому что... Мы его уже убили после выполнения миссии. Ну, поэтому ладно, ничего страшного. Какая разница, спастись тут или там? Просто там, по-моему, миссия где-то с динамитом что-то связана. Я хочу взорвать что-нибудь. Ля, блядь. Простите за горло. Скройтесь по главной дороге. А есть враги здесь? Ну, городовичок бы я подъебнул, конечно. Это плохо. Блять, кстати, тот же вопрос. Блять, откуда они берутся, нахуй? Это уже плохо. Но я не знал, что такой вариант событий возможен. Я думал, там и будет кто-то, но... Тихо. Стреляет уже в меня, падла, ну. Спокойно.
Да. Так, тут же я могу... О, бля, нихуя. Так я знаю, я могу попасть в какие-то лючки и убить их в лючки. Просто... Ладно, я занимаюсь хуйней. Мяу, баба. Так, как мне теперь этого дудика обойти? Я могу как-нибудь попробовать через кусты и кинуть динамит туда. А динамит кинуть с таймером. И тем самым убью. Ну, просто-напросто будет тяжело туда дойти. Я думаю, динамит ёбнет эту хуёбину. Хотя я могу на стелс ещё... Блядь, тихо. Их две, да? Надо попробовать кинуть динамит. Уничтожен? Слушайте, повезло. Я думал, не хватит дамага, кстати. Реально думал, дэмэджа не хватит. Но раз все успешно, значит заебись. Все четко. Бэм. Бэм. Проблем нет. Так, ну все, по идее, миссия выполнена. Ну, считайте, что доп. Задание мы в голове выполнили, так? На деле мы не выполнили его. Сюрприз, сюрприз. Но на деле мы его не выполнили. По факту не выполнили, а в голове выполнили. Drive, you're gonna tell me everything you know. The driver called them Schutzwolf Strecker. Said their base is in the Reef Mountains. My turn to pay him a visit. И сейчас я вам это DLC закончу, как я понимаю, правильно? Да. Вот, собственно, мы этих ребят убили, но уже после выполнения основного задания. И поэтому мне не засчитало доп-миссию. Ну, я не знал, что так. Просто я думал, можно выполнить миссию, потом их убить. Но неважно. Тут такая вот тема. Что поделать? А, еще какую-то хуйню не выполнили. Ну да, ладно. Ничего страшного. Это никак не влияет, хуй с ним. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки на канал, подписывайтесь, любите себя и своих близких. Заходите на стримы ежедневные. И всем пока-пока.